средств резервного фонда Кабинета министров на сумму 2 миллиона 328 тысяч рублей сделан венцеровский бокс, которого до этого времени на территории инфекционной больницы города Сухум не было. Бокс создан по всем стандартам, два санпропускника, отдельные входы. Пациент, который поступает в это отделение, в этот бокс, он совершенно с другого входа будет заезжать сюда, может даже на каталочке заехать. Специально сделаны крыши, чтобы в любое время суток мог приехать в дождь или в снег, или в жару. Вот. Пройти сюда непосредственно, здесь есть душевая, санузел и отдельный бокс на 3 койко-места. Я думаю, что это хорошее начало, потому что инфекционные болезни, они всегда присутствуют. Сейчас сезон будет и ротовирусной инфекции, и кишечной инфекции, и этот бокс, он крайне необходим был для нашего лечебного учреждения. За прошедший период, вот за последние, наверное, полгода, мы своими силами, силами администрации города произвели ремонт на втором этаже в детском отделении. Палат, санузлов на втором, на первом этаже, процедурных кабинетов. То есть по силе возможности мы стоим на месте, городская администрация помогает и такие текущие ремонты производят.